В нашей рубрике «Мобильный репортер» очередное видео, присланное зрителями телеканала. К нам в редакцию обратились жители жилого комплекса «Видный», который расположен на Белокаменном шоссе. Уже почти две недели здесь нет уличного освещения. Как видно по кадрам, снятым на мобильный телефон, во дворах и на улицах жилого комплекса очень темно. Чтобы дети могли без проблем играть на площадке, родителям приходится использовать фонарики смартфонов. Уже до Нового года у нас включили свет в нашем районе, это безобразие. Дети выходят на площадку гулять, время еще не так много, но темнота. Такое же безобразие происходит и с парковкой автомобиля, ничего не видно. Темнота, прожектора есть, фонари стоят, ни одного нету, ни одного не светит. По утверждению местных жителей, мачты уличного освещения были отключены еще до Нового года. Из-за перепадов температуры воздуха во многих местах образовалась наледь, и ходить по дорожкам в полной темноте становится небезопасно. Представитель Государственного административно-технического надзора считает такое положение вещей грубым нарушением законодательства. 6.10 Кодекса об административных правонарушениях Московской области предусматривает штрафные санкции от 5 до 40 тысяч рублей на юридических лиц. Срок устранения – сутки, так как не работает более 25% освещения. Для прояснения ситуации мы связались с управлением жилищного хозяйства и получили следующий комментарий. Это освещение, оно так и не было застройщика передано. И за электроэнергию должен был застройщик платить. А сейчас застройщик, как мы все знаем, банкротится. Вот, поэтому он не платит за освещение. Соответственно, все в долг идет, и в один момент там взяли и отключили. Мы пытаемся сейчас тогда эти объекты, если он их нам не передал, принять как бесхозяйное имущество, какое фактически оно и является. Жители жилого комплекса надеются, что в ближайшее время ситуация с уличным освещением все же будет исправлена.